Полюбившиеся наринмарцам белочки, когда-то поселившиеся в нашем лесу, под угрозой исчезновения. В районе Наринмара на днях неизвестные обстреляли кормушку для белок и птиц. Об этом в редакцию нашего телеканала сообщила неравнодушная к судьбе обитателей леса жительница города Нина Абакшина. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот здесь вот у нас вот кормушки, вот здесь у нас скамейка, это здесь у нас бабушки и дедушки отдыхают, которые устают, они ходят, гуляют, и вот они тут садятся, и вот тут ждут, когда придет белка, птички прилетят, попоют им здесь. Активная сторонница здорового образа жизни Нина Абакшина часами готова проводить на природе. Однажды, прогуливаясь по лесу, женщина обнаружила на снегу беличьи следы. После этого загорелась желанием во что бы то ни стало увидеть новых обитателей леса. Каждый день приходила на то самое место и приносила с собой полезные лакомства. Одни едят орешки, семечки. Семечки покупаю развесные, подсушенные. Дома сушу и приношу. Орешки лучше кедровые и вот фундук. Фундук, он должен быть вот такой. Почему такой? Потому что они чистят его своими, у них есть клыки такие, и их все время надо стачивать. Если стачивать они не будут, клыки вырастают, и они кушать не могут и погибают. Поэтому я всегда говорю, что носите нечищенные. Грецкий орех можно носить чищенным. В нашем лесу белкам сложно найти себе еду, поэтому угощением от Нины Александровны они были особенно рады. Вскоре новость о поселившихся у нас очаровательных грызунах облетела весь город. На встречу с пушистыми красавицами спешили взрослые дети. На деревьях стали появляться новые кормушки, которые облюбовали в том числе и маленькие птички. Они же там вот по тем елкам. Ага, вон идет, вон идет. И все сидят, стоят и ждут, когда она вот сюда придет. И белок, и птичек, и столько узнали нового, столько птиц новых всяких. Да. У нас практически здесь как зона отдыха, приходим сюда все смотреть, любоваться, душой отдыхаешь. Сейчас зона отдыха наринмарцев и обитания белок стала опасной для этих крошечных и беззащитных животных. Вообще вот этот участок, да, я его отвоевывала для прогулок, чтобы люди могли с детьми приходить, детям показывать вот эту всю нашу природу, красоту. И получается, что люди идут с собаками, собаки гоняют белок, уже 3 белочки собаки загубили. И поэтому начинаешь объяснять, тебя начинают ругать, как будто ты что-то требуешь такого. Собаки далеко не единственная опасность, которая угрожает беззащитным существам. Куда страшнее человек. На днях одну из кормушек обстреляли неизвестные. Был это один человек или несколько, стреляли по белкам или просто использовали кормушку в качестве мишени, неизвестно. Но сам факт вандализма вызывает негодование. Я думаю, это уже бесстыдство приходить на кормушку, да, и стрелять вот беззащитных. Получается, зимой им очень трудно, они идут на кормушки, да, а мы варварские, вот их уничтожаем. Уничтожить легче, чем возродить, говорит Нина Абакшина. По ее словам, раньше в этом лесу водились зайцы, утки, глухари и дятлы. Сейчас под угрозой исчезновения и белки. Ирина Нежалова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».